«Транснефть-Балтика» на протяжении 15 лет выполняет важнейшую государственную задачу по обеспечению бесперебойной транспортировки на экспорт нефти и нефтепродуктов через порт Приморск. Идея создания на Балтийском море российских портов появилась сразу после распада СССР, когда транзитные государства стали диктовать свои условия транспортировки нефти. Таким образом, в начале 21 века была создана Балтийская трубопроводная система. Она открыла прямой путь нефти на экспорт Тимано-Печорского региона, Западной Сибири и Урала-Поволжья. В 2008 году был введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Второво-Ярославль-Кириши-Приморск, обеспечивающий новый транспортный канал экспорта светлых нефтепродуктов в европейские страны. В 2014 году была завершена сложная процедура реорганизации компании «Транснефть-Балтика» путем объединения грузопотоков нефти и нефтепродуктов под единым управлением. За эти годы коллективом компании «Транснефть-Балтика» были созданы современные производственные объекты, оснащенные новейшим оборудованием. «Транснефть-Балтика» сегодня – это 4600 километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 15 нефтеперекачивающих станций, 8 нефтепродуктоперекачивающих станций, 897 тысяч кубических метров резервуарного парка. Сегодня перед нами стоит задача по расширению мощностей проекта «Север», строительству новых перекачивающих станций и модернизации действующих производственных объектов. В рамках реализации проекта «Север» «Транснефть-Балтика» ведет строительство перекачивающих станций «Быково-3» в Новгородской области и «Ярославль-2» в Ярославской области. Согласно графику, строительно-монтажные работы должны завершиться в сентябре 2016 года. «Транснефть-Балтика» – это коллектив профессиональных специалистов, которые постоянно совершенствуют свои навыки и знания. Сотрудники компании побеждают на конкурсах мастерства, в спортивных соревнованиях, награждены правительственными наградами. В аппарате управления «Транснефть-Балтика» в Санкт-Петербурге на станциях в Ярославском и Ленинградском районных управлениях работает 3808 человек. Работники компании «Транснефть-Балтика» обеспечены социальной защитой в виде медицинского обслуживания, страхования, жилья и оплачиваемого отпуска для семьи. Мы уделяем большое внимание культуре корпоративного спорта и регулярно проводим спортивные соревнования среди сотрудников. «Транснефть-Балтика» вошла в состав попечительского совета музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» и принимает участие в программе восстановления воинских мемориалов в рамках программы мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Программы экологической и производственной безопасности, охраны труда и энергоэффективности компании «Транснефть-Балтика» соответствуют самым жестким российским и международным экологическим требованиям. Мы уделяем большое внимание надежности работы всех систем, внедряем новые технологии, сочетаем эффективность деятельности компании с условиями устойчивого развития.